кофеюк. Очень хорошо пойдет печенье от Твикса с карамелью, шоколадом. Больше всего радует в нем то, что здесь уже посчитано порцией количество килокалорий. 106 килокалорий в одной печенюшке, в одной порции. Вот такая вот консистенция. Для Жора Бжорыча это самая классная вещь. Одной хватит для того, чтобы перекусить, но не хватит для того, чтобы наесться. Всем, кому было интересно, палец вверх, подписываемся на канал. Всем пока!